А привет, мама. Как дела? У меня хорошо. Хотя заболевших меньше, но все равно тяжело. Я вот как раньше мы с тобой устраивали чай пить, я принес тебе с тобой чай попить. Хотя что-то я сегодня кофе или чай. Знаешь, мам, я устал. Если ты тогда не заболел. Если бы я не заболел, ты бы не заболела тоже, мам. Мне без тебя тяжело, мам. Правда тяжело. Я просто не знаю. Мама, когда я вырасту, я стану ангелом и буду людей спасать. Конечно, будешь, сынок. У тебя все получится. Знаешь, мам, спасибо тебе большое. Если бы не ты,